Министерство потребовало от Рижской думы задержать вступление правил о скидках на налог на недвижимую собственность до момента пересмотра этих правил. Однако Рижская дума на своем заседании отвергла возражение министерства, и новые правила о скидках на налог вступают в силу. В том числе среди них самые главные изменения касаются инвесторов, то есть те фирмы и индивидуальных застройщиков, которые собираются в ближайшие годы строить либо коммерческое жилье, либо жилье для сдачи в наем, либо какие-то производственные помещения. Для них, для этих фирм и физических лиц будут действовать скидки. Кроме того, вступает в силу норма, которая принята по предложению Русского Союза Латвии, о 50% скидке на налог на недвижимую стоимость для ликвидаторов аварии на Чернобыльской ядерной электростанции. Это маленький шаг в правильном направлении. Спасибо за ваши вопросы, которые вы прислали в комментариях к нашему посту в Facebook и также в личных сообщениях. Все вопросы мы обобщили и передали в Ригаснаму Парвалнекс. 18 января на жилищном комитете эти вопросы будут рассмотрены, и Ригаснаму Парвалнекс обещал дать ответы. Мы, в свою очередь, опубликуем их на портале в Фейсбуке. Сегодня на заседании Рижской думы обсуждали нефинансовые цели Ригаснаму Парвалнекс. Очень красивые цели, но, к сожалению, своими последними действиями эта обслуживающая компания не доказывает, что она работает на благо жильцов многоквартирных домов. Мы, Русский Союз Латвии, не поддержали Ригаснаму Парвалнекс на сегодняшнем голосовании в Рижской думе.